Юху, всем привет! С вами Юнот. И мы продолжаем планету обезьян. Опять я не понимаю, что происходит. Это мы мы допросили шимпанзяку и потом пошли искать дальше. Надеюсь, со звуком у меня все нормально будет. Хотя от греха я бы проверил. Вроде окей. Они уже близко. Ты готов? Двигаемся дальше. Туда. Следы свежие. Будьте начеку. Ага. Там сзади нас едет ноунейм персонаж, которого убьют. Итак, а вот и лагерь обезьян. Вон там вход. Заброшенные серебряные рудники. Пойдем поближе? Нет, обойдем вокруг. Мы тут до ночи кругами будем ходить. Хотите блуждать по темноте? А кто из них кто? Ну вот эти еще мутные чуваки. Ну ладно. Он хочет осмотреть, друг засада. Нет, обойдем вокруг. Найдем другой вход. Слишком долго, Джесс. Это мои люди, поэтому решение принимает тоже я. Окей, останься с лошадьми. Ты тоже, Марк. Ни за что. Отлично, головой. Не терпится показать, кто тут главный. Иди первым, а мы подождем. Нет. Мы пойдем в пещеру, и вы пойдете с нами. Ладно. Мы вас прикроем. Хорошо. То есть они профессиональные наемники, но отправляют обычных людей. Я, конечно, не профессионал, но, по-моему, это не самый лучший вариант. Где все? Что происходит? Прыгнитесь! Фига себе! Возвращаемся к лошадям! Пошли! Давай! Вот засада! Ух ты, да это прям ловушка! Пещеры! Профессиональная ловушка. Хитро придумано, ничего не скажешь. Ну, косые они конкретно, да. Дай посмотрю. А, нет, одного ранили. Плохо.
Ну ладно. Рейни, что, черт возьми, нам теперь делать? Не знаю, как далеко мы можем уйти с такой раной. Эй, я сейчас попробую отломить ее. Готов? На счет три. Хорошо. Раз. Молодец. Хорошо, посмотрим. Сможешь ли ты держаться на ногах? Дай руку. Марк, выдержишь? Да? Но они могут брать нас измором теперь тупо. Рейни, похоже, там все стихло. Возможно, это наш единственный шанс убежать. Да, возможно, они шли. Да. Можем попробовать добежать до лошадей. Мам, вы раньше приходили сюда с отцом? Здесь есть другой выход. Ситуация уже и так достаточно тяжелая. Это именно то, чего они хотят. Но сыну доверимся. Марк, показывай дорогу. Там все обломалось, а если они здесь ходили, то он может показать свою значимость. Они берем там кричат. Как-то сомнительно, пацан видит, если честно. Беги! А чё, стрелять нельзя, что ли? Это же гориллы все, у вас тут дофига мужиков, расстреляйте их. Блин, косая. Интересно, если бы я не пошел внутрь, что было бы? А, тебя убили, все? Так тебе. А, нашего заводили. На меня бросили, молодцы. Давай, беги, 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 беги. Линкольн. Конечно, оружие, нафига мне копье. На, понятно. Ай, глупая мартышка. Плюнь ей в лицо. Офигеть, крипово, наверное, покинь. Жесть, это война прям. А где пацан? Джесс! Сюда! Скорее! Вот, возьми! Где Марк? Почему нет? Возможно, он уже выбрался. Нам нужно поспешить за ним. Нет, не выбрался. В смысле убить ковбоя? А, обезьяна. Убьем ковбоя. Thank you.
Сейчас именно противостояние сторон. Как бы я ни хотел мира, они напали. Брось камень. Ага, попался. Риз, водопад. Марк! Джесс, нет времени, нужно бежать. Нет. А так профукали сына, да? Молодцы. Хоть не убили, наверное, надеюсь. Так, ужасные остались также. Отличные с Марией. Хорошие с Марком, потому что мы его поддержали. Ужасные с Уиллс. То есть мы все хуже и хуже идем. Ты что у нас тут скажешь? Тола ухудшились. Джуна отличные. Клэренс хороший. Ока хороший. Хан погиб. Я не понял, Хана может было не жертвовать им? Фига себе, он, наверное, мог выжить. И тут же даже говорит, типа, вы что творите? Как бы везде лазить не надо. Но нам не надо было тогда расстрелить никого. Я не знаю, возможно, это обманка. Типа он бы все равно умер, просто игра говорит, типа, а ты мог спасти, старайся, и переходи по сто раз. Блин, потеряли больше половины. Нам надо поговорить. Поговори. Нам нужно поговорить. Я не хочу ничего об этом слышать, Рейни. Джесс, пожалуйста, объясни мне, что случилось. Где Марк? Я потеряла его. Я должна была его спасти, но обезьяны добрались до него. Обезьяны забрали моего сына. Какого черта, Рейни? Мне нужно было спасти Джейс. Было слишком поздно спасать Марка. Там царил хаос. Мы попали в западню. Они ждали нас. Но Уиллс и Ривз должны были знать об этом. Чертовы охотники на обезьян. Но они подвели нас, да. Они подвели нас. Я не повторю эту ошибку. Хочешь сказать, что без них мы справимся лучше? Нет. Нет, я считаю, что они нам нужны. Что скажешь, Рейни? Утро чуть стоит им доверять. А что ты думаешь, что мы можем доверять тебе, Рейни? А, в смысле, а что плохого-то? Я не знаю, он прав. Я тоже так думаю. Эй! Вы нужны там. Обезьяна. Они собираются его сдернуть. Рангутанга, за что? Вы офигели, нет? Нет! Не делайте это! Серьезно? Вот все, что случилось? Последнее, что нам нужно в этой сделке, это чертова обезьяна. Да, они убивают наших людей, теперь мы убьем его. Сейчас увидите. Джесс, ты позволишь ему это сделать? Уиллс, убийство этой обезьяны ничего не решит. Достаточно разговоров. Чего не команды здесь? Послушай. Обезьяну забрал Марк. У нас... Есть ее обезьяна. Если мы ее убьем, мы ничего не добьемся. То есть у обезьян Марк, у нас обезьяна. Ну понятно, я тоже. Я знаю, ты прав.
Мы не можем остановить случившееся без оставить случившееся без ответа. Скоро все закончится. Джесс, скажи им, чтобы они остановились. Да, обезьян должен заплатить, но если мы не оставим эту обезьяну в живых, то все будет плохо. А так у нас будет преимущество. Послушайте. Эй, как бы это висит. Я пока не знаю как. Но возможно, эта обезьяна поможет нам вернуть моего сына. Поэтому вот что я вам скажу. Мы не будем убивать эту обезьяну. Так. Представление закончено. Пока мы не разберемся с ситуацией. Перережь веревку. Бедная обезьяна. Чего вы вообще командуете? Вообще офигеть. Я приняла плохое решение. Плохое решение, Джесс. Народ. Похоже, на сегодня все. Нам нужно поговорить. Кто ты такой, чтобы с тобой говорить? Ривз. Обезьяну нужно отпустить. Рано или поздно. Они убьют ее. Обезьяны убили, нашли и забрали моего сына. Зачем ее отпускать? Эй, да я бы отпустил, это же логично. Нет, вот эти уже двое нам не нужны, от них нужно избавиться. Бедные орангутаны, вообще ужас. Сегодня обезьяны победили. Разгромили людей. Захватили сына вожака людей. Ты пришел убивать обезьян? Ну, вот он офигел. Люди не могут говорить. Люди — глупые животные. Брин! Человек, твой. Делай с ним что хочешь. Я же захотел, да, правильно. Что надо с ним делать? Ударить, не ударить, да? На-на! Не будешь бить наших! Ой, пришла! Нет, может быть, человек знает о Клэренсе? Клэренс. Особенная обезьяна. Не похожа на других обезьян. Орангутан. Клэренс. Я говорил с ним, он жив. Клэренс жив. Если Клэренс жив, племя может использовать этого человека, чтобы вернуть его. Да, правильно. Да. Мы должны выменить этого человека на Клэренса. Если мы будем торговать с людьми, возможно, они... готовы пойти на мир. Мир. Как говорит правда. То есть, если мы сможем торговать, то и сможем помириться. Может быть. Мир. Возможно.
Типа, она сказала, если, типа, люди могут торговать с нами ими, то, возможно, они смогут заключить мир. 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 Какой ценой? Обезьяны погибли. Человек будет жить. Пока. Да, и там вот эти два наемника все испортят. Мир! 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 Как-то не особо поддерживает. Просто пытаюсь понять, что бы сделал Том. Ну не сидел бы на кладбище. Эй, не слышу его. Думаю, ты нужна в лагере, Джесс. Пойдем. У вас мой друг. Кларенс. Как ты знаешь? Ее сын. Он сказал нам. Марк жив? Это правда. Мальчик жив. В безопасности. С нами. Конечно, опустить. Она же за обезьян. Да пусти ты. Хотел бы убить, убил бы. Обмен. Конец сражения. Конец убийства. Мир. Мир. Поэтому ты здесь? Мост из металла. Рядом с горой. Завтра на рассвете. Ты приведешь Клэренса. Мы приведем мальчика. Да? Да. Я приду. Мы придем. А если бы мы поддерживали, наверное, другой чувака, здесь было бы другое. Если ты не придешь. А если ты придешь, может. Брин. Джесс. Мир. Шуман. Человек. Эйп. Обезьяна. Мир. Странный тип. Ты что, не поняла вообще? Я тоже в шоке. И ты веришь этой обезьяне? Заключила сделки? Мир? Ты веришь ему? Да. Думаю, верю. То есть... Звучит разумно. Дверь была открыта. У вас вечеринка? Пошли вот. Это не можешь подождать? Я разговариваю с Рейни.
Слушай, я все понимаю. То, что там произошло, линчующая толпа, это все не в твоем стиле. Мы все еще можем тебе помочь. Просто веди нас в курс дела. Не води, пошли их. Расскажем им? Приходила обезьяна. Она говорила с Джесс. Сказала, что Марк жив. Чего они хотят? Обменять Марка на обезьян? Завтра на рассвете на мосту Миллера. Говорит, что можно заключить перемирие. Дайте вам совет. Соглашайтесь на сделку. Только не говори, что ты доверяешь этой чертовой обезьяне. Нет. Да, я в это верю с трудом. Ты хочешь вернуть сына? Ты хочешь заключить перемирие? Соглашайся на сделку. Встретимся с ними. А тем временем, мы с Освальдом думаем пригласить парочку друзей. С другой стороны долины. Людей, которые знают обезьян, которые знают, как побивать. Думаю об этом, о постраховке. Что ты хочешь сказать? Ты придешь еще людей, других охотников на обезьян? Ты же знаешь, никто не может прийти сюда без моего разрешения. Я бы не стал их приводить. Но я знаю, что они нужны нам. Так что тебе решать, нужна ли помощь или нет. Ситуация действительно вышла из-под контроля. Блин, я неправильно сделал. Я хотел сказать, что я верю в то. Я думал с ним не согласиться. Чего рукой показываю? В общем, я был за обезьян. Нет. Нет. Нет, они нам не нужны. Я думаю, мы сами прекрасно справимся. Похоже, наш ответ нет, Уиллис. Похоже, что твоя помощь всегда походила слишком дорого. Да. Это твое решение. Это твой сын, как ты и сказал. Я просто стараюсь сделать так, чтобы обезьяны не истребили наш милый город. Наш? Ты вольный охотник, Валентин. Слушай. Я хочу вернуть своего сына. Но я не хочу больше рисковать жизнями других людей. Думаю, люди Райни справятся с этим. Слушай, обезьяны не будут просто так сидеть и ждать. Шариками и тортом. А хотя, это больше не наша проблема. Ривз. Все, вот и валите. Вообще бесит меня. Сказал, что я буду командовать. Все равно позвали, вот уроды. Доброе утро. Фига себе, армия. О. А, да, как я и говорил. Считайте нас всего лишь прикрытием. Вы даже не заметите наше присутствие. Выбегайте. Удачи на вам дня. Вот уроды. Почему не было варианта рассказывать? Нет, я вообще мне рассказал. Вообще не нравится мне. Ой, сейчас будет замес, чувствую. Обезьяны мост заминировали. Приколитесь, да? Сейчас бах, и все. Хотя вряд ли. Блин, не бесит, что они тут сидят. Это его люди. Будем надеяться, что они останутся там. Надо предупредить их. Марк! Марк? Ты в порядке? Тут что-то не так.
Почему Кларенс не двигается? Я же говорила. Твой друг жив. Немножко пострадал. Вперед. Давай, родной. Сейчас эти начнут стрелять, наверное, убьют Кларенс. Чёртовы уроды. Только не Кларенс. Вот уроды, стоят сзади. Ой, и эти уроды. Кругом уроды. Нам нужно уходить. Жесть. А те перебрались, да, парочка? Good. Kill them all. Убить их всех. No. Нет, не выстрелил. Это ж подстава. Смерть людям. Убить всех. Это явно не они. Нет. Марк. Вот и внизу. Джесс. Нет. Его больше нет, Джесс. Я должна. Это уж ее сын, вы чё? Все же ради этого и было. Нет, 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 нет. Фига себе, на руку держится, это нереал. Я пробовал висеть так на ракеты, капец, все руки у меня именно тренированы, ты чувствуешь. Блин, он тоже валяется. Спаси Брута, сейчас же! Спасти Джуна. Блин, ну он сам полез, давайте Брута. Блин, Брута хотел. Собирайся обратно, Джуна. Кларенс погиб. Я перепутал стрелочки. Ну ладно, это же наш брат. Хоть сам косячник, но брат. Ого. А вот с тех стрелять можно, да. Марк! Марк! Черт. Марк! 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 Я же нажал разбить лед. Черт, это жестоко. Thank you.
капец, они бьют метко. Но горилла не нужна, конечно. Нет. Держись, Марк. Марк, очнись. Марк. Марк. Марк, 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 очнись, очнись, пожалуйста. Марк. Нет, 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 нет. Давай, родной. Давай. Марк, пожалуйста, очнись. Нет, нет, не смей умирать. Блин, жесть. Давай, Марк. Да, искусственное дыхание делай. Марк, пожалуйста. Ему же надо воду выплеснуть. То есть он бы по-любому, да, умер? Черт побери, Марк. Давай. Дыши ему в рот, глупая ты. Что ж за лень? Он только что не надышался, у меня не сердце остановилось. Кислорода нет. Ты в порядке? В порядке? Прошу тебя, Марк. Давай, родной. Ты дышал бы раньше, он бы очухался. Держись, держись. Ты в порядке? Блин, эти вот уроды, охотники, все испортили. Все в порядке, держись. А если бы в лед не выстрелили, он бы умер, да? Ну, идеально здесь надо играть... Мне кажется, в эту игру парой с другом. То есть он бы, допустим, играл бы все сцены за обезьяну, потом заходил бы я и играл все сцены за девушку. Я же не знаю, что происходит, и он не знает, что происходит. И было бы прикольно. И должен быть третий, который все знает, чтобы он в случае чего разрулил, кто когда должен играть. Тогда было прикольно. На... Потому что сейчас я все равно как-то симпатизирую тому или иному персонажу. Как они успели такую армию охотников собрать за такой короткий срок? Че, захватили уже? Уже здесь, смотрю, вы время даром не теряете. Мы, ну, подумали присмотреть за этим маленьким милым городком. Открой дверь. Марку нужна помощь. А вы что-то не торопились нас отблагодарить? Вы, кажется, уже забыли, что мы только что спасли ваши задницы. Нет. Ах ты ж сукин сын. Спасли нас? Что вообще это, черт возьми, там произошло? Из-за тебя погибли люди. Наши люди — единственная причина, по которой вы до сих пор живы. Это твое мнение, не мое. С этого момента все, все решения и все приказы будут проходить только от меня. Это понятно? Открывай чертовы ворота, Уиллс. Им нужно позаботиться о раненых. Похоронить мертвых. И выгнать к чертям. А вы, должно быть, не в курсе. У нас нет врача.
Разве Мария не с вами? Последний раз я ее видел под шквальным огнем на том мосту. Похоже, что проблемы. Проблем все больше и больше, да? И вы их основной источник. А так пусти двух уродов неизвестных. Так они заняли город. Жесть. Что за, черт возьми, здесь происходит? У нас тут какие-то кое-какие перемены, Джесс. Набег обезьян теперь не только твоя проблема. Думаю, мои люди останутся здесь. Это не тебе решать. Это мой город, мои люди. Ты расстроена? Я могу это понять, но думаю, что рассудив трезво, ты поймешь, что мои люди — это единственное, что спасет вас от полного уничтожения. Так, дело не пойдет. Забирай своих людей и убирайся к чертям, Уиллс. Мы не хотим, чтобы вы здесь оставались. Как я сказал, это наш город. Ты слышала слова? Убирайся и проваливай. Ну и ну. Как тебе такая благодарность, Оса? Джесс, после всего, что с тобой случилось, думаю, небольшой отдых поможет тебе переосмыслить свое положение. Возможно, варианты. Ты не можешь так поступить, Уиллс. Разве? А по-моему, я только что так поступил. Рейни. Ну как вам такая, а? Сейчас вы отправитесь в изолятор. Вперед! Дорогу знаете. Урода. Я, конечно... Ну, конечно, ожидаю, что все так будет. Но, блин, я думал, как бы не будет таких клише. Это. Именно поэтому Тол не должен быть вожаком. Он опасен для всех нас. Что мне делать? Скажи мне. Столько погибших. Если Тол останется вожаком, их будет еще больше. Ну ладно, логично. Это так. У нас осталось мало времени, Брин. Впереди я вижу лишь еще больше крови. Племя все еще слушается Толу. Что мне делать? Stand up. Выступи против него, брось ему вызов. Тола совершает ошибки. Ты должен быть вожаком. Ладно. Yes. Да. Я буду готов. Смотри. То есть там противостояние с этими, тут противостояние с Толу. Что ты творишь? Обезьяны нашли его на мосту. Он сражался за людей. Чё? Говори. Расскажи моему брату.
когда-то давно. Солдаты взяли меня в плен. И других обезьян тоже. Привели нас сюда. Заставили нас сражаться с обезьянами. Еще больше людей придет. Видишь? Много солдат. Армия. Они придут сюда. Найдут нас. И вас. Убьют вас. Солдаты пометили нас. Мы пытали, да, их знатно. Найди эту армию. Возьми обезьяну как проводника. Ты должен знать, говорит ли эта обезьяна правду. Хорошо. Когда ты вернешься, начнется война. Опа. Вот и еще одна глава подошла к концу. Я думаю, мы на этом как раз закончим. Так, хороший, отличный, хороший, ужасный. Но с Райни мы подружились, да, он адекватный, Мария, адекватный, Марк, мы его спасли хорошо. Уилдс ужасный, потому что он, муди, скажем так. А тут что у нас? Дола ужасный, Джуна отличный, Клэренс погиб. Интересно, его можно было спасти? Хан погиб. Куака отлично. Ну-ка сейчас я загуглю, если не забуду, на следующей серии расскажу. Клэренс Хан. Пробил. Истина раскрыта. Ну и на этом закончим. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.